Работает дневной стационар в две смены. Приезжают сюда лечиться пациенты, которым оказывают таргетную терапию. Это мировая практика во всем мире. Химиотерапия и лучевая терапия в основном проводятся амбулаторно. Такие условия больше подходят для пациентов. Дома переносить тяготы лечения намного проще. В связи с введением программы лекарственного обеспечения онкологических больных выделено значительные финансовые средства на приобретение необходимых лекарств для онкологических больных. В общем-то, практически сейчас вот они начали поступать после майских праздников. Я думаю, к середине года у нас в достаточном количестве будет самых современных лекарственных препаратов. Таргетная терапия – это прицельная терапия, направленная на определенные клеточные мишени. Как правило, это разные виды рецепторов на мембранных опухолевых клетках и разные точки механизма клеточного деления. Врачи отмечают, благодаря таргетной терапии лечение пациентов при некоторых опухолях бывает более индивидуализировано и, соответственно, более эффективно. Стационар достаточно эффективен, но во многих случаях удобен дневной стационар, особенно для жителей города Рязани, близлежащих районов, когда они получают лечение в стенах больницы, а потом попадают в привычную обстановку, комфортную, с привычным питанием, окруженные своими родными. В этом плюс. Сейчас в дневном стационаре 8 коек, но в следующем году, скорее всего, он будет расширяться. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».